На Камчатке отобрали валун для Тверской области. Его отправят в столицу Верхневолжья, где он послужит основой памятника участникам Второй Великой Северной экспедиции. Один из ее отрядов формировался именно на берегах Волги. Как удалось установить, членам общественного объединения землепроходцы, корабли, на которых предстояло добраться до Сибири, строились на Тверце. Затем их перегоняли в район нынешнего речного вокзала. Там их дооснащали, нагружали всевозможными припасами. В нашем же городе формировался и личный состав экспедиции, который возглавил легендарный Беринг. Память мореплавателя и его товарищей решено увековечить мемориалом. Его предполагается установить на набережной Афанасия Никитина на краю сквера, что напротив центрального корпуса технического университета. Об этом нашему телеканалу рассказал председатель региональной общественной палаты Вадим Рыбачук. 2 на 3 на 2 метра. То есть это вулканическая глыба, 7-8 тонн, соответственно, черного цвета. Он монументален, величествен, красив, может быть, даже как арт-объект. А сейчас как раз решается вопрос о его отправке. Его же надо будет переправить из Петропавловска на материк, и, соответственно, потом отправить железной дорогой в Тверь, для того, чтобы мы его здесь смогли уже установить на монумент.